Сегодня началась весенняя призывная кампания. Планируется, что из нашего региона в армию уйдут больше 1200 человек. Большинство новобранцев встанут в ряды сухопутных войск, почти 650 человек. Во внутренние войска отправятся 220 молодых людей, в ракетные 101 югорский солдат. Добавлю, что осенняя кампания 2014 года прошла в соответствии с намеченными планами и с графиком. Весеннюю военные планируют отработать с тем же успехом. Отмечу, что продлится эта призывная кампания до 15 июня.